многие из вас отправятся отдыхать за границу. И там вас ждут лучшие международные многозвездочные отели. Мы вам рекомендуем посетить следующие. Отель «Про Перла», 5 звезд, Испания. «Про Перла» находится в популярном местечке Нас-Перла. Всего в 1 километре от аэропорта, в 2 километрах от ЖД вокзала, в 3 километрах от автовокзала и в 30 километрах от моря. Корпус на 60 номеров, в котором расположено 120 номеров на 1200 коек, а также кассы аэропорта, ЖД и авто и пешеходного вокзалов. Башлям и Друшлям. Друшлям Ашхрапим, 5 звезд, Египет. Одноэтажный спальный корпус на 200 номеров с горизонтальными эскалаторами. Питание 7-разовое в номерах. Пляж до ближайшего 35 километров, так что необходимость в нем отпадает. Вид на море на картине в холле бесплатно. Развлечения, еда, сон бесплатно. Туалетная бумага, унитаз, все включено. Тренажерный зал закрыт. Каждый вечер к услугам отдыхающих 5-звездочное небо. Отель «Энергетик Парадайз», 1,5 звезды, Россия. Отель расположен в 30 километрах от дороги Серов-Реж. 3 одноэтажных бухала рассчитаны на 24 человека. Есть волейбольная площадка, стол для пинг-понга, беседка-мангал. Питание, все включено, привозить с собой. Услуги массажиста иногда бесплатно, смотря кому. Баня по средам. Да, есть телевизор. Плюс большой выбор сотовых телефонов с играми. Следующий отель называется «Редискинсон Лазурный». 5 звезд, Сочи, Россия. Отель расположен на берегу бассейна, в 35 километрах от душа. Уютные 1, 1, 1 и 2-местные номера. 26 одноэтажных шезлонгов. Бар. Бар у бассейна. Бар в номере. Бар в лифте. Бар в бытовке. Бар в прачечной. Бар в душе. Мини-бар в баре. Отель предлагает вам полупенсион. Мини-завтрак на ужин, шведский стул. Суперотель «See You Later», 3 звезды. Египет, Шторм Аль-Штиль. Отель расположен посреди Красного моря на сваях. Территория отеля 4 квадратных метра. Действуют 4 мини-ресторана, мини-конференц-зал, мини-танцпол, карманные мини-шашки, боулинг, бильярд. В номерах мини-бар и бармен-карлик. Дорогие друзья, отдыхайте только в лучших отелях, рекомендованных вам журналом «Красная Бурда».